От памятника 2-й гвардейской армии до площади Захарова несколько сотен метров. Соединяет их небольшая лестница, с которой открывается вид на Севастопольскую бухту. Насладиться пейзажами мешает мусор, разбросанный недобросовестными отдыхающими. Судя по внешнему виду сигаретных пачек и упаковок, лежат они здесь не одну неделю. И чем ближе к памятнику, тем ситуация хуже. Местные жители с сожалением отмечают, дворники с уборкой территории не справляются. Элементарной чистоты здесь, конечно, не хватает. Не говоря обо всем остальном, то, что здесь творится... Распиваются спиртные напитки, пиво, все это бросается. Ну и по отношению там то, что зарастает травой. Ну, в общем, хотелось бы, чтобы это место было приведено в порядок, содержалось в чистоте, в красоте и выглядело как-то достойно. А это улица Софьи Перовская, центральное место поселка Любимовка. Ежегодно здесь бывает много туристов. По этой улице они идут на местные пляжи. Автобусная остановка постепенно превращается в свалку. Новые мешки с мусором появляются возле нее буквально каждую неделю. Эта остановка все лето была вот в таком состоянии, в котором сейчас. То есть полностью замусорена. Эту остановку убирал либо я, приезжал вечером, ставил пустую коробку и забирал мусор и отвозил на помойку. Либо предприниматели вот соседнего магазина. Но это же неправильно. Сообщить о проблеме пытались руководство Нахимовского муниципалитета, но все безрезультатно. Вот есть обращение в начале июня, а до сих пор я ответа не получил. Потом я написал начальнику управления контроля городского хозяйства Дмитриеву 28 августа. Потому что, ну, конечно, можно своими силами все лето и убирать, но я не считаю, что это правильно. Кирилл Попов, Анатолий Паньков, Севинформбюро.